Доброе утро, друзья. Сейчас начинаю завтракать. Буду я завтракать гречку. Положу сейчас себе сюда. И ребенку дам вот такую вот кашку. Часто ее даю утром. Очень мне нравится. Она не особо как-то услощенная. Здесь стоит уны, цукор, цузац и так далее. И вечером он вчера у меня кушал как раз на ночь. Гречку с молоком, и, естественно, сейчас я что-то вот другое даю. И утром, так как это быстро готовится достаточно, люблю вот что-то такое давать. У меня еще есть парочку каш, чтобы долго не готовить. Вот, потому что он, конечно же, занят сейчас мультиками, там как-то ребенок отвлечен, но на самом деле... Очень быстро начинает хныкать, пока я здесь на кухне что-то даже себе готовлю, завтрак или еще что-то. Вот, поэтому да, я хотела сказать, я перехожу потихонечку на правильное питание. Оно у меня, в принципе, было до этого. Но, как бы сказать, просто-напросто пора. Потому что у меня плюс один, плюс два, все попадало. Плюс один, плюс два килограмма всего, они задержались как-то, я бы сказала, именно на животе вся я так худая, а именно вот живот, конечно, он у меня страдает. И поэтому я сейчас начала прессом заниматься, качаться и пробовать убирать эти, одной рукой неудобно. Я камеру держу, все рассыпается. Что-то голос какой-то сегодня странный. Извиняюсь. И да, посмотрим, когда они уйдут. В общем, начинаю такую вот, как сказать, гонку, что ли. Пытаемся похудеть. Так что, если вы хотели давно похудеть, то и не занимались, то давайте заниматься вместе, начинать вместе. У меня... Это малоуглеводная такая небольшая, не диета, просто как бы пытаюсь есть такие углеводы, которые долго расщепляются. Я уже как-то во многих видео об этом говорила, я никогда себя не сажу ни на какие диеты, просто пытаюсь более здоровую пищу есть, поменьше каких-то булок, поменьше белого хлеба. В принципе, я и так это, ну, редко ем, но... Сейчас я больше стала за этим именно смотреть. Ну что, мы вышли погулять? Да, сына, мы вышли погулять? Зайчик мой. Кто-то ходит, бродит, а кто-то здесь ждет. Да, ручку дает. Папа, веди меня. Веди меня, папа. Пойдем. Пойдем. Держись. Ему крутилки эти нравятся. Я тебе дам, да, пишу? Ой, ничего себе. Смотри, как крутится. Как крутится, да, сына? Миша. Вот это да. Какая крутилка. Двумя ручками будешь крутить? Крути двумя ручками. Как гипноз работает на ребенка. Так. Следующие крутилки. Эта крутилка принципиально лучше другой. Топ-топ-топ-топ. Моська там все-таки лает на людей параллельно. Засранка. Ой, засранка. Я иногда, знаете, друзья, думаю, почему у меня Мишка так все время кричит. А когда я прихожу на вот эту игровую площадку и слышу других детей, я понимаю, что они все кричат.
И тогда себе успокаиваю, так себя успокаиваю, говорю. Все дети кричат. Топ, и он топ, кричит. Топ, это топ, нормально. Топ, 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 топ. Тёп, 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 тёп. Ой, ну он к папе хочет, да. Хочет кататься. Мишука, как мы делаем? Сдуваем, как вы? Ой! Сегодня пришел из H&M вот этот кардиган небольшой такой. Ну, точнее, он большеват ему немножечко. Ну, это модный. Да, он модный, длинненький модный такой. Такая. Ну, по идее, да, 86-й размер. У него сейчас 80-й размер. Ну, где-то, ну, в общем, чуть-чуть на вырост. Так. Катаемся на качельках. А что там? Что там такое, Миш? Что это за качельки такие? А? Ой, кто там, Мося? Мося привязали, и она лает теперь тут. Да, Мося? Ты не можешь стоять спокойно? Вон она вдали. Так, так, так. Так, так, так. Ля-ля-ля. Классные качели, это моя самая любимая идея. Все, что ли, мешок? Да, все. Папа, короче, с ребенком нашел игрушку. Как удобно. Наш глаз закрывает. Получается, ну что делать? Кто меня палкой бил? Пан. Кто меня палкой бил? Да. Опа. Прекрати орать. А я не могу тебя резко оставить. Стоп, стоп, стоп. Надоело кружиться. У него, по-моему, голова закружилась. Ой, да. Чего такое? Ко мне? Ко мне хочешь, так? А теперь куда? Ну что, друзья, мы идем гуляем. Вообще есть фокус или нет? Да, сына? Ой, вот сына. Миша иногда вот идет, а потом резко тормозит так и назад хочет, значит, идти. Или направление поменять. Вот тогда меняем. Ой, Миш, не надо колеса трогать. Пойдем. Я хотела вам только что сказать свои мысли. Мы сейчас были на этой площадке. Опять меняем. И... Кто там? Кто звонит? Он за нами идет. Кто за нами идет? Мы сейчас были на этой площадке, и там тоже оказались, ну, случайно русские. Папа раскачал ребенка до такой степени, что ребенок расплакался, испугался. Стал просить: папа, останови. А он ему такой, типа: не ссы, давай дальше, да заткнись, я тебя здесь раскатал. Вообще, что ты, заткнись. Короче, начал на своего ребенка еще наезжать. Ребенок весь в слезах. И знаете, мама стоит и смотрит. Это просто какой-то трэш, честно. Такого мужа сразу пинка под зад. Почему женщины такое позволяют, издеваться так над детьми, а? Это ужас какой-то. Друзья, хотела показать вам еще вещички, которые я купила вчера в H&M. Пришел заказ. Вчера я Мишке уже одевала эту кофточку. Она 86 размера, уже здесь все обрезала, чтобы, ну, ничего не давило. В общем, мне понравилась. Она из 100% хлопка, такая легкая. Именно, вот знаете, на лето, когда вечер, например, прохладно в маечке стало, и вот так вот накинуть что-то такое очень-очень легкое, тоненькое. И мне, естественно, если честно, нравится качество за эту цену, потому что стоила она всего 5 евро, насколько я помню, ну, очень-очень бюджетно прям. И вот действительно, ну, ребенку вот так бегать и играть в песочнице очень классно, я считаю. Также такие же шортики заказала. Вот, сейчас примерила тоже,
Очень классные нам подошли, и тоже цена достаточно бюджетная, также 100% хлопок. И вот знаете, мне, например, из H&M многие вещи я вот так заказываю, они мне не подходят. Я не знаю, с чем это связано, то есть я всегда заказываю там какой-нибудь S размер или еще что-то, и одеваю, и на мне очень все висит, как на, ну, как мешок какой-то, не знаю. В общем, сложно мне бывает иногда с размерами H&M, они мне порой иногда слишком велики, иногда слишком малы, то есть четкий размер я свой найти не могу. А вот детские вещицы за вот такую цену, я считаю, вообще очень классно. Ну, как бы ребенок очень быстро растет, и какие-то сверхдорогие вещи вот в этом сейчас возрасте я не вижу смысла покупать, честно скажу. И вот такие вот классные шортики, причем из, я говорю, 100% хлопка. И ну, мне, я очень-очень счастлива, что есть H&M, и вот детям есть что прикупить. Ну что, друзья? Ой, сынка, да? Наш первый поход за клубникой. Ой, так, сына, это не надо трогать. Мы здесь в каком-то стоим помещение, здание, что-то такое, и ждем папу, потому что там везде солнце очень яркое. А вон там вот поле, куда папа пошел сейчас собирать клубнику. И вот так это все выглядит. Там будка. Тот, кто в Германии не живет, сейчас коротко расскажу, как это работает. Здесь просто, в общем, фирма, которая садит клубнику, разные ягоды. И все очень свежее, натуральное. Вы сами берете какую-нибудь ведерко. Да, сыночка, сейчас пойдем. Зайчик мой, сейчас. Да-да-да, папа соберет сейчас и пойдем. И вы сами, в общем, берете, ну, свою какую-нибудь тару и приходите сюда, набираете сами все. Можете параллельно кушать, если хотите. Вот. А клубника вся чистая, потому что там везде сено. И, в принципе, когда вы набрали, приходите там на кассу, там вот стоит домик. И, в общем, потом вы собираете, отдаете, грубо говоря, все, что собрали. Вам цену, ну, за килограмм называют. В принципе, она практически как магазинная. Даже, может быть, чуть-чуть подороже. Просто здесь свежая и вкусная клубника. Набрали мы клубнику. Хотела вам показать. Вот Андрей говорит, что мало клубники, в основном все едят. Все зеленое там уже. Или зеленое, либо собрали уже все. Уже собрали, или, в общем, очень все много стоят, людей. Просто сами там кушают. На самом деле, вон, да, очень много людей. Целое все поле уже пустое, все. Да, все едят все. И цена вот, ну вот видите, корзинка такая. Сколько здесь у нас сейчас? Посмотрим. Вот. Почти 9 евро. Да, 1,5 килограмма. Почти 9 евро. Ну, вот нормальная, обычная, адекватная цена в Мюнхене на клубнику. Там цена просто рассчитана на то, что люди сами сидят там еще и кушают. Поэтому и продавщица знает об этом, поэтому цены такие. Ну да, но она свежая и действительно очень вкусная. Действительно, прям даже Мишутке сейчас помою ее дам. Ну что, друзья, мы садимся обедать. Вот такой вот обед у Мишутки сегодня будет. Это супчик с филе куриным, то есть с грудкой куриной. И здесь у нас цукини, здесь морковь и здесь картофель. И здесь я потерла ему, как она называется, господи, груша и клубника. Клубника с поля, которую мы собирали. И да, надеюсь, он будет это кушать, потому что фрукты он так себе не очень, но потихоньку начинает уже как бы приучаться к настоящим фруктам. И водичка. Так, а здесь кто-то уже... Да, пойдем кушать, сына. Кушать идем? Ой-ой-ой-ой. За маму держится и просится уже. Да-да-да. Ой, камера какая, да, сына? Камера какая. Камера какая. Пойдем, ням-ням. Пойдем, мой зайчик.